Всем подписчикам и гостям канала по привету, это снова я, Константин Зик. И я сегодня буду делать шалаш на дереве из 6 стволов. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Поехали! И для этого, друзья, я купил 5 рулонов пищевой пленки. И давайте один рулон уже размотаем. Итак, друзья, у нас один рулон закончился. Я хочу на стенке уделить 2 рулона. Давайте разматывать второй рулон на стенке. Второй рулон к бою готов. Итак, друзья, у нас 2 рулона закончилось, осталось еще 3. Давайте их использовать на крышу и пол. Поехали! Итак, друзья, мы использовали уже 3 рулона пищевой пленки, и посмотрите, что получилось. Да, площадь слишком большая. Не знаю, выдержит меня эта конструкция или нет, но у нас еще осталось 2 рулона, и давайте их размотаем, а потом проверим, выдержит она или нет. Итак, друзья, мы использовали уже 4 рулона, и посмотрите, что получилось. На улице пошел снег, у нас остался 5 рулон, и давайте его используем на крышу и на пол. И заползаем внутрь. У-у-у, холодно! Итак, друзья, мы использовали все 5 рулонов, и смотрите, что получилось. Что-то я, друзья, вообще очкую. Ползти внутрь. Площадь большая. Пол может не выдержать меня. Ну что делать? Придется ползти, делать дырочку и ползти. Итак, смотрите, как внутри. Пожелайте мне ни пуха, ни пера, и я пополз. Е-е-е! Видите, все в порядке, он даже нигде не порвался.
Вообще офигенно, как на гамаке лежишь. Вот так, друзья, можно лежать, балдеть, летом переночевать ночь. Вообще легко. Эту закрыть, чтобы комаров не было. И все. Поспать. Так, друзья, постройку я убирать не буду в этот раз. Еще докуплю пару рулонов в следующий раз. И буду потихоньку его доделывать. Чтобы было вообще офигенно. Друзья, я погнал на дачу. А если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. И вы не хотите пропустить новые видосы, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Это очень важно для продвижения видео. Всех обнял, до скорой встречи, пока!